прикоснуться к истории через самые яркие военные события и великих полководцев России, приглашает Анастасия Астахова, автор и организатор историко-патриотической выставки «Герои столетий», которая открылась в музейно-выставочном комплексе «Дмитровский Кремль». Анастасия – исторический реконструктор, проведя немало тематических фестивалей, решила организовать выставку, экспонаты которой – предметы исторической реконструкции. Это реплики предметов, которые были найдены в археологии, либо описаны исследователем, или описаны, например, в летописи. Или есть иллюстрации в тех же летописях и других источниках, по которым реконструкторы воссоздают материальную культуру. То есть это костюмы, это украшения, ну и, конечно же, вооружение, макеты вооружения, доспехи, мундиры и прочее. Открытие выставки посетил и глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный. У меня была очень такая большая мечта все-таки сделать Дмитров не только культурной столицей, но, наверное, исторической. Именно поэтому Дмитровский округ стал местом проведения самых ярких и масштабных фестивалей исторических реконструкций. А теперь вот и историко-патриотическая выставка. Стоит отметить, что некоторые экспонаты выставки можно даже потрогать. Здесь мы сделали несколько интерактивных зон, куда могут, ну, для фотографии, там есть предметы, которые можно взять, использовать, которые можно сфотографироваться. Автор выставки Анастасия Астахова вложила в нее не просто идею познания истории. Этой выставкой она хотела поддержать свою страну в столь непростое время. В моей выставке только один план – это исторические события, но прежде всего она, скажем так, адресована современному человеку, живущему в современные исторические времена, для того, чтобы ему было легче вот эти, как говорили раньше, сполошные времена пережить, когда он может посмотреть, что вот она, Россия, вот она уже воевала, она переживала вот эти смуты. И вот мы здесь живем, процветаем благодаря вот этим героям столетий. И обязательно победим и сейчас. Историко-патриотическая выставка «Герои столетий» в музейно-выставочном комплексе «Дмитровский Кремль» продлится до 4 февраля.